между ядовых сражений. Началось день после бури, как я встретил свой фрегат. Пусть узнают власти моря, все владычество пирата. Провладеев всем море, настоящий тот пират. Гробых пушек с искандечий, пачек боев не забыть встречи. Слон металла, пули сабли, так идет смертельный бой. Провстречались два фрегата, чиги демонского рада. Наш пиратский кордавль обернулся вам бедой. Наш пиратский кордавль обернулся вам бедой. Не самодийский и не карибский, а не российский новый пират. И не бразильский и не индийский, а я российский новый пират. Появилось к нам из моря вдруг чудовище морское. За корабль наш тупился вдруг гигантский осьминог. Он выпидывал цель за борт и перил всю нашу яху. Так фрегаты возводился и ушел с постенных ног. Но команда уцелела, добралась на местный остров, где построила корабль побрышнее и мощней. Как справились мы в море и нашли мы осьминога, расстреляли из пушек присломить его костей. Не сомалийский и не карибский, а я российский новый пират. И не бразильский, и не индийский, а